я спасу тебя, Клан. Надо только найти этого фантома. Клуб Нефариус. Клуб Нефариус. Где же Клуб Нефариус? Надо искать клуб. Чем быстрее я доберусь до этого фантома, тем быстрее выстрелю Фанка. Спасу тебя, Кланг. Надо только найти. И этого фантома. Клуб Нефариус. Клуб Нефариус. Где же Клуб Нефариус? Надо искать. Чем быстрее я доберусь до этого фантома, тем быстрее вызволю Кланга. Вот это похоже на клубный сон. Спасу тебя, Кланг. Надо только найти этого фантома. Вы сегодня благодарите меня? Если нет, сейчас самое время. Клуб Нефариус. Клуб Нефариус. Где же Клуб Нефариус? Надо искать. Чем быстрее я доберусь до этого фантома, тем быстрее вызволю Кланга. Спасу тебя, Кланг. Надо только найти этого фантома. Красть товар воспрещается. Нарушители будут отправлены в сортировку. Ну уже, фантом, где ты? Это не вы, фантом? Я могу быть кем захочешь.
готовился к полевой работе и уже раскрыт. Фантом? Это Скит? Надо разобраться с ними, а то они сцапают Фантома. Мы с тобой станем лучшими друзьями. Вот это ведь был Фантом? Таинственный тип в маскировке. Да, точно Фантом. Скажите-ка, а вот мы с ним не Фантом? Может, оттолкнуться от чего-нибудь? Сюда, новичок! Живей! Да куда ты? Это что, проверка? Точно ведь, да? Эй, постой! Эй, постой! Вот он! Пушистик из клуба! Ну вот, я возьму их на себя! А ты уходи, Фантом! Еще один мятежник? Делся. Молодец, новичок. Спасибо. Это что, какое-то тайное рукопожатие? Эй! И что это такое? Ладно, новичок, время попробовать фантомный рывок. Фантомный рывок? Нельзя поймать то, чего временно не существует.
рывок после прыжка. Остальное сделает перчатка. Не бойся. Пробеги по панелям с помощью перчатки. Хочешь забраться еще дальше? Рывок после прыжка. Мне нужен королевский звездолет. Ты вроде знаешь, где такой взять. Нас могут послушать. Держись рядом. Ты знаешь, где взять звездолет? Ломбоксы. Ты такой же упрямец, как она. Погоди, ты знаком с той девушкой? Куда она полетела? На Саргас. Летает туда после каждого задания. Саргас. Есть предложение. Тот дирижабль. Помоги захватить его. А я помогу попасть в башню Нефариуса. Это единственное место в городе, где есть звездолеты. Что такого в этом дирижабле? Просто заберись на ту крышу. Я схожу за вещами. И встретимся там. Крыша! Как же мне туда забраться? Я иду, Кланг. Потерпи. Да чего же я рад служить императору Нефариусу? У меня все есть. Ха-ха! Хороший выбор. Улучшить оружие дело не хитрое. Главное, чтобы у тебя был раритан. Хорошее оружие, если можно получить великолепное! Оружие надо держать в форме, такие затраты всегда окупаются! Я смотрю, у тебя и открытые ячейки есть, и раритана хватает! Thank you.
Видимо, на этом апгрейд заканчивается. Еще раз спасибо, тайный агент Зуркон. Удачи тебе в бою, а мисс Зуркон здесь не было. Серьезно? Надо будет как-нибудь еще сходить. Вижу, все-таки добрался. Молодец. Стоп, ты меня видишь? Где ты? Мой звездолет готов? Ты его получишь, не волнуйся. Только помоги мне устранить последнее препятствие. Спа-салон Нефариус. Если отвлечешь этих солдат, я взломаю вещательный дирижабль и отправлю гражданам незабываемое послание. Вроде несложно. Наконец-то. Но у башни Нефариуса держись. Ух ты, где ты этому научился? Видимо, задел за живое. Ну что ж, уговор есть уговор. Это глючка. Она поможет тебе проникнуть на шаттл, идущий к башне. Консоль доступа на той огромной статуе Нефариуса в центре города. Подключи ее, и она все сделает. Эй, ты куда? Я раскурочу весь этот прогнивший мир изнутри. Не дрейф, брат! И как я должен отсюда добраться до базара? Как вариант.
Итак, теперь нужно только... О, как быстро! Добраться до статуи, включить глючку, добыть звездолет и найти Кланка на Саргасе. Потерпи, друг. Я спешу тебе на выручку. Который ничем не остановить, негатронный коллайдер пробьет любую преграду на своем пути. Апгрейды готовы. А ты? Где там эта статуя? Панель доступа. Здесь песочине противозаконно. Ты-то откуда вылез? Вижу врага. Привет. Значит, ты Глючка, а я Рэтчет. Ты уж извини за эту тряску. Все складывается не очень, и... Если честно, сейчас вся надежда только на тебя. Спасибо. Пару файликов, и все будет в полном ажуре.
С возвращением, ваше величайшее величество! Поехали! Какой еще пароль? Я император, да я сейчас разнесу тебя на куски. Ха-ха-ха-ха-ха. Вернись, гадкий Ломбакс! Потом, значит, этот измеренитель украл доктор Нефариус и перенес тебя сюда? И ты хочешь найти своего друга, который... О, какая удача, тоже Ломбакс, чтобы всех спасти. И вернуться. Ты меня что, за дурочку держишь? Смотри, я правда верю в твоего доктора Нефариуса, но это явно почерк императора. Спасите! Натали! Кто-нибудь! Морт? Что случилось? А? Ой-ой! Держись крепче! Оу. Берегись! А я что, по-твоему, делаю? Но куда ты меня несешь? Хотела отнести тебя в свое убежище. Но сначала поможем моим друзьям с гелатониевой фабрики.